Вот так вот возят камни, они в сетке на палете. Шланг мы починим, и все будет ништяк. Глубоко я заблуждался. У нас неисправности. За это, кстати, можно violation получить. Спиливать нахрен чертям собачьим этот болт. Нервы помотали, едем работать. Все, я холодный. Старайтесь вернуться домой. Не надо испытывать судьбу. Короче, не знаю я, ребят, что я наделал. Где-то в районе 5000 долларов. Это бы мне все обошлось. Петруха стоит. Привет! Ну что, мы находимся с вами в Джексонвилле. Двигаемся сейчас с вами на Сан-Августин, на разгрузочку. Кто помнит, кто смотрел предыдущую серию, у нас неисправности. Энергоаккумулятор на трейлере отсутствует, покинул этот мир. Ну и, соответственно, на двигателе трубка масляная, которая идет на турбину, тоже повреждена. Едем сейчас в Сан-Августин и заодно проверим ее, как она себя чувствует. Я ее подлатал немножко, бандаж на нее положил. Посмотрим сейчас, как она себя чувствует. Погнали работать. Так, ну что, добрались мы все-таки. 6:30, как и планировал. Все четенько. Но чуть-чуть потеет, конечно. Но страха нет. Пусть потеет. Так-то, в принципе, свежего масла нет. Но чуть-чуть шланг потеет. Ребят, сори, еще утро. А, горячо. Да, есть чуть-чуть масла. Но это не критично. Уже такого не будет. Как она вон херачила. Херачило так-то неплохо. Вот оно, видите. Это шланг, не обращайте внимания. Это шел на турбину. Это уже все заглушено. Турбина у меня стоит не родная. Без актуатора уже. Ну, все норме. В принципе, держит. Держит неплохо. Можно работать, в принципе. Можно ехать. Ладно, все, бегу я снимать тарп. Время 6:20, 6:40 уже, без 27. Они в 7 открываются, снимаю тарп, отцепляю эту канистру, вот эту. И все, быстренько мчимся на пикап, на загрузку North Carolina. Или South Carolina, или North Carolina, точно не знаю. Не проверял документы, но что-то из Каролайны. Опа, какашки тут. Их бы вытереть, конечно, по-хорошему. Опа. Все, идем работать. Ну что, приехали мы на загрузку. Поставили меня здесь, короче, в лужу. Сказали, жди, сейчас загрузим. Блин, в натуре в лужу. Не, так не пойдет. Протяну вперед, короче. Хотел капот открыть. Так-то лучше. За это, кстати, можно violation получить. Надо заехать купить. Что тут у нас? Уже бедная сюда аж зализывается. Щемится, короче, щемится. Не знает, куда ей щемануться. Но все четко. Терпимо более-менее. Ага, а здесь капелька висит. А откуда она взялась? Старая, что ли, еще? Ну, здесь-то как такового, таких потеков-то грандиозных. Нет. Что-то не пойму, как будто из-под фильтра, да? Как будто как из-под фильтра. Но я все равно масло сейчас буду заезжать менять. Но тут не особо так обильного такого потока нету масла. А здесь капля висит.
Но я вчера вытирал полотенцем фильтр. Ладно, сейчас попробую руками его подтянуть. Не люблю я вот это вот. Это мне не нравится. Ладно, сейчас попробую подтянуть пока. Такие коробочки будут, 6 штук. Хорошо, что тарповать не надо. Еп, стоп. Музыканты. Короче, что, все. Вот такая получилась картина. Суровая, стрёмная. Особенно задняя коробка. Нет у меня винчей. Нету. Надо купить переносные. Хотел я. Короче, это целая история. Блин, это просто победа. Это касается не только этого трейлера, это касается всех алюминиевых трейлеров. Шляпа полная, конечно. Беспонтовая шляпа. В том дело, что вот эти болты, они с нержавейки и алюминий. Эти не дружат металлы. То есть закисает так, что все. Это спиливать, высверливать. Либо спиливать нахрен к чертям собачьим этот болт. Засверливаться, ставить новый. Ну, соответственно, спиливать, ставить новый винч. Еще причем я их купить не могу. Они не продаются. Именно такого, как у меня, захвата с двух сторон нету. Вот, поэтому это спиливать болгаркой все. Засверливать новый болт здесь, где-то на краю. И ставить. Ни один болт не откручивается. Все подружилось на веки вечные. Алюминий в этом плане, конечно, закисает так, что ни хрена ты уже не сделаешь. Все. Такие коробки. Их кто-то привез сюда. Что-то им не подошло. Siemens компания. Что-то им не понравилось. Едут обратно. Ну, заплатили хорошо. Поедем, поработаем. Короче, не снимал. Не заснял, пришлось вернуться. Вон они на апердеке еще, видите, коробочка красивая, маленькая. Таких 3 штучки поставили еще. Трудом какой-то. Уехал на 27 миль. Вернись, там в конформейшене, ну, которую нам отправляют в электронном адресе, было 2 bill of lading, то есть 2 коносамента, да, по-русски можно так сказать. Кто не понимает. Обычно присылают один адрес, точки А в точку Б, один груз. Тут как-то почему-то их 2. Никто меня об этом не предупредил. Вот. Пришлось вернуться. Вернулся, говорят, а что ты не заторповал? Я говорю, в смысле, что я не заторповал? Потому что не надо его торповать. Первое. Второе, у меня тарпа такого нет. Третье, мы не договаривались о тарпах. И это надо тарповать. Да нет, друзья, его тарповать не буду. Короче, приходится теперь мне ехать по таким местам, где нет дождя. Дурдом какой-то. Чем у нас становится меньше грузов, тем они становятся проблематичнее. Да и заплатили за него, потому что шикарно. Я сразу что-то подумал. Это так несерьезный такой груз. 25 тысяч паундов и... Цена такая странная, как-то непонятно, слишком много заплатили, оказывается. Теперь брокер говорит, я говорил, что надо торповать. Мы бы ни в жизни не взяли такой груз, и Андрей бы не взял, диспетчер, который такой высокий, еще и по 2 восьмерки, которых у меня нет. Но мы фактически такой груз даже не можем взять, мы бы его и не взяли. Короче, едем. Другого варианта нет. Есть еще один вариант разгрузиться. Ну, я тогда останусь на 3 дня. Ладно, погнали. Нервы помотали. Едем работать. Все, я холодный. Чего ему не живется, а? Она через верх его выдавила. А почему она выдавливает, интересно? Чего ему не живется там? А, ребята. Ну-ка заведу посмотреть, откуда она давит. Заехал на заправку долить воды. Думаю, долью воды. Я целый день сегодня проверял, нормально было.
Масло есть, не переживайте. Идем смотреть. Ну что, это не проблема. Это не проблема. По сравнению с 41-м годом, раму маслом смазать можно. Ничего страшного. Я недалеко стою от Коламбуса. Коламбус, South Carolina. Я уже сейчас не полезу его снимать, завтра утром сниму, уже моторчик будет холодненький. Короче, выдавило уже там, выше, из-под фитинга. Получается, он плохо обжимку сделал. Он сделал плохо обжимку. Выдавило. Ну, успел загрузиться, слава богу. Завтра суббота, главное, чтобы ровни работали. Если не работают ребята, которые делают эти шланги, то вообще ништяк. Возьму Uber съезжу, сделаю это 20-30 минут. Сука, сопливит еще по фильтру. Ну, там горячее все. Надо этот кабель еще сделать. Это подогрев двигателя, надо его вообще снять. Его вообще надо снять. У меня стоит подогрев на блоке. Вот. Чтобы розетку подключаться. Раньше на трекстапах была такая тема. Подъезжаешь, платишь копейки и включаешь в розетку, у тебя греется моторчик. Ну, я не хочу это делать. Усовершенствовать не хочу. Я его поэтому демонтирую вообще. Кому провод надо, подарю. Ладно, что, не беда. Просто я хотел еще проехать хотя бы пару часиков сегодня. Ну, тут трекстап вроде бы ничего, такой современный. Вроде бы души даже есть. Так что нормально все. Завтра заменю шланг, если даст бог, все будет четенько. И поеду дальше, где-то масло поменяю в дороге уже. Я уже доливать не буду. Там 2000 до замены осталось. Уже можно поменять. Ладно, все. Тогда отдыхаем. Опа. Остановился водички долить. А так бы валил, потому что я проверял, в обед было сухенько, все так чётенько. Я еще вам показывал, хвастался. Видите, как оно бывает. С таким пятном, которое накапало за 5 минут, ну, я думаю, что часов за 5 выдавило бы оно все масло чертовой бабушки. Ладно. Отдыхаем, короче, значит. Значит, Петя, ты решил меня успокоить сегодня, да? Ну ладно, хорошо, как скажешь, родной, без проблем. Ну что, ребят, сгонзил я в магаз. Сгонял. Купил зеркальце себе. У меня уже достало зеркало, откручивается постоянно. Лопнула крышка вот в этих местах, где болтами он фиксируется сам, самошаровая. В общем, взял шланг армированный. Уже другой он, другой марки. Все изготовили мне, уже другая обжимка у них полностью. Там было только здесь обжато. На старом шланге здесь не было обжато. Тут уже он как-то так обжал четенько все. Сразу же взял еще тормозные шланги, аккумулятор. Меняем сразу. Там уже один потертый. Что шланги я не взял как образец. Не знаю, наугад купил. Но они во всяком случае, если что, они даже мне сюда подойдут на трак. То есть на будущее, если мне что-то будет надо, я спокойно могу. Или я не спокойно смогу. Да, я спокойно смогу поставить их себе на трак. То есть они не помешают. Даже если они не такие, это расходный материал, можно сказать. Головку посеял на 24. Ну и взял уже нормальный энергоаккумулятор. Такие у меня стояли. Я знаю, что он работает четенько, без задиренных. И качество металла совсем другое. Работает намного лучше и дольше, чем золотистые. Вот такие вот дела. Вот это хорошее качество. Это ключ, который нам пригодится. Но я, скорее всего, не знаю, ребят. У меня нету пилки по металлу. Мне нужна пила по металлу. Потому что мне надо будет его укоротить. Где-то примерно вот настолько. Надо мерить, залазить. Этот.
Я думаю, что я его оставлю, пускай он будет, наверное, я так думаю, что я, наверное, его оставлю. А поставлю тот старый обратно. Только крышку отсюда сниму. И все. Использую тот старый. До конца буду дошатывать. Этот оставлю. Еще взял на 24 накидной. Ну и взял фитинг сразу. Уже брать как сразу все новое. Еще уже париться. Мой как бы неплохой. Рабочий. Я вам сказал, что тут пластиковая. Она не пластиковая, проперся, она резиновая, просто она задубела колечко вот это вот. Ну, короче, вы поняли меня. Взял новый фитинг. Сразу. И тут уже резиновое колечко стоит. Поэтому сразу все меняем на термоусадку. Садим все. Собираем. Все? Все. Что мы взяли? Да ни хрена мы тут не взяли. Энергоаккумулятор 116 баксов. Ну и все остальное уже все по мелочевке. 7 1/2 wheel mount. $35. Ну вот походу шланг. А, нет, hold. А, ну да. И вот она, работа 15 баксов. 10 баксов работа. Ну, короче, вы поняли. Самый сход событий вот. Ну, ничего страшного, это нормально. Все, идем работать. Жарко уже становится. Я не знаю, энергоаккумулятор я, наверное, не поменяю. У меня нету пилки по металлу. Ножовки. Пилка. Ножовки нету по металлу. Здесь не продается, и у них не было ножовки. Ладно, все, работаем. Ну что, народ? Я глубоко заблуждался в прошлом ролике, что все это херня, масляный шланг, что это пыль, не обращайте внимания, шланг мы починим и все будет ништяк. Глубоко я заблуждался, вот он шланг, как я ранее показывал, в общем начал его устанавливать. Я уже подозревал, что резьба плохая, я еще это в Джексонвилле заметил, что она уже как-то хреновенькая, но по ней не сопливило, сопливило с шланга. Я сейчас еще раз мотался в город, хотел купить такой же фитинг, только длиннее, чтобы вот эта часть была длиннее на сантиметр, хотя бы наполовину, чтобы был зацеп резьбы. Там дальше еще в самой втулке еще есть запас, но опасность того, что может быть, может прекратиться подача масла, потому что там все так конусно сделано, вот куда она закручивается, там все так конусно сделано, там что-то как-то все так, блин, фильтибоберно. И у меня подозрение может быть, что даже и лучше, что я не сделал ее. Не сделал такой фитинг длиннее. В общем, что происходит? У нас в теле потянулась резьба, так как там алюминиевое тело. Проще было бы, конечно, я понимаю, снять полностью плиту теплообменника, да? То есть у нас здесь кулант подходит, да? Нет, кулант дальше идет, нет, вот он. У нас здесь кулер идет. Снять кулер, снять плиту, снять турбо. Снять эту плиту и изнутри посадить, найти такой фитинг, да, длиннее. Надо опять же токаря искать. Сегодня суббота, я ничего не найду. Ну, допустим, в понедельник найти, сделать длиннее фитинг, изнутри затянуть на гайку, все это обжать и будет четенько. Но суббота, нет у нас времени. Там резьбы нет, не знаю, как вам показать. Я сейчас, конечно, попробую. У меня тут солнце лупит, я ничего не вижу. Что-то показываю. Видите, то есть там резьбы половины нету, придется что-то колхозить. Да, я понимаю, это колхоз, но мне надо доехать как-то до дома, и дома уже можно будет заехать в ШАП спокойно, слить кулант, слить масло, все посливать, снять эту плиту и сделать уже по-человечески. Либо вообще плиту поменять, если она недорогая, полностью новую закинуть и все, и вообще не париться, и забыть навсегда. В общем, что я сейчас делаю? В телеграм-канале мы там обсуждаем, ребят. Очень жестко в данную минуту идут дискуссии, на что садить. Что у меня есть? У меня есть двухкомпонентный клей. Годзилла неплохой, зарекомендовался я хорошо. Потом у меня есть холодная сварка.
И мы там решаем, на что садить. Ну, в общем, все пришли к одному-то мнению, что садим на двухкомпонентный клей. И плюс ко всему я сейчас мотану медный провод по резьбе. То есть тем самым он в теле должен там разжаться, должно нам что-то этим самым помочь. Я не могу здесь стоять. Это не то место, где надо ломаться. Ладно, короче, пробую. Ездил в город, не купил пилу. Не могу пилу найти. Ну, это на Home Depot поехать, либо Menards. Ладно, уже хрен с ним, мне надо штук обрезать. Сейчас бы как раз, пока посадил бы на клей, позанимался бы этим энергоаккумулятором. Ладно, сейчас по кабинам постучусь, может, у кого-то есть пила по металлу. Блядь, дожился, пилу по металлу. Главное, по дереву у меня есть, блядь, плотник. Твою мать. Так, ну что, погнал я пробовать развлекаться дальше. Ставим ставки. Вот я почему говорю, ребят, когда выезжаете из дома, если вдруг что-то у вас поломалось, старайтесь вернуться домой. Ну, это касается дальнобоя, кто ездит в дальнобой надолго, там, на неделю, две, на три. Если только выехал и в первый день увидел, что у тебя что-то поломалось, возвращайся домой. Посиди, пожарь мясо, побудь дома. Кто ходит в церковь, сходите в церковь. Не надо испытывать судьбу. Я уже, кстати, с этим не раз сталкивался. Вот когда начинается рейс хреново с первого дня, все, он такой рейс и пойдет. Я раньше, когда работал в лизинге, я так и делал. Выехал, первый груз хреновый, все, я сразу диспетчеру говорю, все, давай, разворачиваемся, идем домой, бери груз домой. Я брал груз, ушел домой. Потому что все, ну, нет смысла мучиться. Так и здесь тоже. Если что-то сломалось, как у меня сломался энергоаккумулятор, надо было разгружаться в Нью-Гемпшире и брать груз, идти домой. И не испытывать судьбу. Короче, к чему это все? Я уже намудохался, время уже 4 часа дня. Я уже пробовал. Короче, вот этот метод с проволокой, где он намотает на резьбу проволоку и посадить на двухкомпонентный клей, не сработало. Двухкомпонентный клей разъел этот, скажите мне, ну вот он, фитинг такой же самый, это один в один, разъел резину и потекло. Ну, буквально можно сказать, то, что сразу потекло. Потом я пробовал намотать фум-ленту и намазать клеем, закрутил, подождал, потекло, холодная сварка, потекло. Сейчас я как сделал? Сейчас уже резинки нету, я пока эту оставил на самый крайний случай, на какой я сейчас вам объясню. Это уже у меня будет последний шанс. Вот он, кстати, двухкомпонентный клей. Все, конечно, как камень, встает, все прикольно, но не то пальто. Сейчас я, короче, как сделал? Намазал двухкомпонентный клей и сверху нам намотал еще фум-ленты. Немного, где-то витка 3-4 сделал. И закрутил это все. Сейчас дальше это все стоит, сохнет. Сейчас буду пробовать заводить. Ну, 60% что потечет сразу. 90% что потекет на днях. Сегодня суббота, я напоминаю. Уже ничего не сделаешь. Никуда не дернешься. По большому счету, мне бы токаря. Сейчас объясню, почему. Там еще есть резьбы. Вот столько. То есть еще столько же резьбы, сколько здесь, еще есть столько же резьбы дальше. То есть я могу его закрутить глубже, намного. Но сегодня суббота, никто не работает. Я никого не могу найти. Это для токаря. Кто токаря меня смотрит, пацаны, скажите. Это для вас, ну, 20 минут на сигарете сделать. Это 20 минут на сигарете. Самое дольшее займет сверлить насквозь. Просверлить, углубление под резинку, прогнать под две резьбы и резьбу загнать. Все. Ванька, привет тебе, если смотришь, братуха. Земеля мой, не хватает мне тебя с твоим станком. Вот. Короче, такие вот дела. Сейчас какой у меня вариант остался? Сейчас, если потечет, опять я сейчас заведу, попробую, то я уже откручу его.
намотаю обильно, очень-очень много фум-ленты и поставлю вот эту резинку и попробую это затянуть настолько, насколько смогу. Вроде бы давление там 30 PSI, на холодную 40, но вот видите, не выдерживает, выдавливает, резьбы там практически нет. Ой, не помню уже, ребят, говорил или не говорил, ну, чтобы... Можно было бы, конечно, прогнать мечиком там новую резьбу, но опять же нужен токарь под новый фитинг. Ну а чтобы это все разобрать и сделать по-человечески, это надо снять турбину. Ау, горячая, заводил, потому что делал. Снять кулер, снять плиту теплообменника. Ну и уже потом что-то мудрить делать. Вот сейчас закручено. Не знаю, все деревянное, вон, все, она колом стала. Я думаю, что потечет. Ладно, завожу, пробую. Идем, даем давление ему побольше, пока не течет. Надо на всех парах сразу проверить. Мы еще сколько сейчас? 26, да, 27. Накидываем ему немножко оборотов. Пыли уже насосал, капец. Сейчас подам на трейлер как раз воздух заодно. Сейчас подали, сделали 30 давления. Пусть чуть-чуть поработает. Пока держит, слава богу. Подушки начали спускать, потому что я на трейлер подал воздух. Но я уже брейк-чембером, энергоаккумулятором сегодня не займусь. Хотел сейчас позаниматься еще, но у меня нету пилы по металлу. Уже говорю четвертый раз. Потому что вам 6 раз скажешь, вы все равно спросите, а что ты не поменял энергоаккумулятор сразу? Ладно. Вот где удобно их менять. А тут я понимаю, раз, два и все. Можно вообще в одних трусах. Все четенько пока. Так, народ, ну что, кто не подписан на телегу, тут все самое интересное пропустил. Все, короче, я сделал его, зачинил. Уже не течет, все. Но на это все ушло, у меня катастрофическое огромное время. Все, ништячочек. Все, провод я тоже убрал. Все нормально. Короче, чего это нам стоило? Короче, пробовал я на фум-ленту. Пробовал я на двухкомпонентный клей и проволоку медную. Не сработало. Пробовал на холодную сварку. Не сработало. Короче, все это фигня полная. Не работает холодная сварка. Потом что еще я пробовал? Пробовал обильно намотать прям фум-ленты. Не работает. Прогнать резьбу. Ну там не вариант. Там очень тесно под углом. Мешает HR кулер. Потом что еще? Ну, короче, в итоге получилось, что намазал двухкомпонентный клей, подождал где-то минуты 3, вокруг намотал, прям сверху по клей намотал фум-ленту, и все, и закрутил, в наглую закрутил, так, знаете, чтобы, ну, на чувство руки нагрузка пошла, остановился, закрутил шланг сверху, тоже там он чуть-чуть подорвался, правда. Я зафиксировал ключом, дотянул шланг. На природе с маслом, с мазутом. Изи. И, кстати, если порезались технической мазутой, замажьте руку, порез. Заживет это собаки, по себе знаю. Все. Прогазовал его, сейчас завел. Он проработал где-то минут, наверное, 20. Я прям на оборотах разогнал его до 40 PSI давления.
пока не течет, на дороге посмотрим. Еще раз напоминаю, что сегодня суббота, искать токаря вообще не варик. Есть в гугле, короче, типы, которые делают, подъезжают тебе, короче, там делают шланги, шманги, все, что ты хочешь. Но они морозятся, они уже 2 дня трубку не берут. Наверное, лотерею выиграли, прибухнули. Написано 24/7, 5 звезд, все дела. Но это они сами себе понаставили, родственники их где-то по-любому. Я думал их пригласить сюда, чтобы они здесь похолдовали, что-то подумали. Может, у них токарный станок внутри машины есть. У них же есть портативные маленькие, такие небольшие токарки. Но пацанам бабки нужны. Обошел весь Truckstop. Ни у кого нету, короче, пилы. Все с ногтегрызками ездят, как и я. Это там, блядь, орет уже целый день. С кем-то ругается. Заклевал. Я говорю, дай пилу. Я говорю, я не хозяин. Он говорит, не моя машина. Я, говорит, приехал сюда просто переночевать. Сам хозяин, драйвер. Дома отдыхает. Интуха, говорит, мой. Нормально, что. Но мы все равно полезли, порылись, у него в кабине не было пилы. Сейчас подерется он там с кем-то, походу. О, киска. Киска. Да что, ребята, такие вот дела. Да, народ, короче, что? Какая обстановка, сейчас объясню. Потекла эта зараза, не выдержал ни клей, ни холодная сварка вместе. Еще не выдержал. Короче, приехал в Home Depot. Это такой у нас магазин строительный. В общем, вот он мой штукер. Вот он, я купил новый. Вроде бы при резьбе все то же самое. Но чем я выиграю? Хрен его знает, чем я выиграю. А, чем я выиграю, сейчас объясню. То есть он... Ни хрена, он такой же он. Да. Он такой же по длине. Ладно, попробую его загнать. Закрутить. Эту шляпу придется отпиливать. Чтобы трубка обжалась. Так, народ, ну что, дошел уже до безумия, реально, все уже. Не знаю уже, что делать. Короче, проехал ровно милю. Я уже не помню, говорил, не говорил, могу заговариваться, потому что я уже, у меня уже столько информации в голове, ребят, что уже просто... Сори, если повторяюсь. Купил фонарик, 60 баксов стоит. Вообще выбора не было. Налобников нету. На лоб, чтобы одевать фонарик Milwaukee. Пришлось такой брать. Взял еще фум-ленты на всякий случай. Просто набирал уже, отвечаю, просто уже от безысходности. Уже такие фитинги брал. Но они все одинаковой длины. Я понимаю, что это стандарт. Вот он мой, короче. Короче, какая у меня идея? Сейчас объясню. Вот этот относительно похож. Но толку от него никакого. Он длиной такой же будет. Поэтому от него толку ноль. Я уже надеялся на шаг резьбы. На все вдруг такое, короче. Этот вообще, как бы эта часть подходит. Но на эту придется на шланге переделывать. Нет, наоборот, вот так вот. Нет, вот так вот, да. Это здесь шланг прикручивается, это в тело заходит. То есть можно, в принципе, попробовать загнать вот этого. Но он чуть-чуть длиннее. Буквально децл. Вот эта часть я имею в виду. Она чуть-чуть длиннее. Как бы один виток. Можно рискнуть. Но тогда завтра придется, напоминаю, сегодня воскресенье, а завтра придется брать шланг, ехать и просто переделать вот этот штуцер, чтобы они сделали вот под такой. Нет, он больше, даже визуально видно, он больше. В общем, сейчас буду пробовать. Ну, а этот я вообще не знаю, зачем я купил. Он вообще даже рядом не подходит. Еще один вариант, почему лежит ножовка. Я не стал болгарку брать, чтобы не шуметь, люди отдыхают. Можно по башке получить.
Ну, я так утрирую просто. Не по башке, конечно, но зачем людей беспокоить? Могут пожаловаться. Поэтому я взял пилу по металлу и хочу... Что я хочу? Сейчас вам объясню. Вот так отпилить. Да, это будет долго. Да, это будет игра. Вот так вот я его хочу отпилить. То есть вот эту часть полностью спилить. Вокруг. Ну и так в торец. Все это подровнять. Ну, другого выхода нет, ребят. Реально уже все. Завтра утро понедельника я хотел... Мысль была поехать к токарю, попросить, чтобы он меня выточил такую же, только длиннее. Но это займет время. Время сейчас играет против меня. Это займет уйму времени. Даже не стал брать мечики. Почему? Потому что это фильтр. Надо снимать, чтобы стружка не попала туда вовнутрь. Да и смысла нет от этого мечика уже. Ну, уже на худой конец, если что, завтра уже буду делать мечиком. Ладно, короче, я переодеваюсь. Пробую. Что пробую? Пилю. Сейчас попробую сначала вот этот, конечно, загнать. Что-то он мне нравится, конечно. Но он не такой. Ладно, играем. Играем дальше. Короче, что? Что-то намудрил. Косо, криво. Но пойдет. Сильно внимания не привлекайте. Не обращайте. Главное, чтобы зашла резьба и шляпка, чтобы обжалась на посадочном месте. Резинка у меня еще есть, сейчас будем пробовать. Не нравится мне, конечно, медной шайбочки нету. Если была бы медная шайбочка, было бы получше. Ну, в принципе, я еще не затянул до конца. Она сейчас еще обжиматься будет. Но медная шайба была бы намного круче. Ладно, пробую. Надеваю шланг. И сейчас буду вместе со шлангом его затягивать. Да, ребята, чего я уже дошел? Не нашел я в Home Depot медные шайбы. Делаю из гайки с крана. Второй кран у меня на трейлер. Она медная. Может, латунь. Хрен его знает. Короче, пробую с нее сделать шайбу. Выдавила, отсюда давит. Обжимки нету. Я боюсь тянуть, я боюсь сорвать резьбу, которая осталась там пару витков. Ой. Сейчас буду обосвальт шлифовать, напильника нету. Короче, не знаю я, ребят, что я наделал. Но вроде держит. Сейчас масло холодное, давление высокое. Поналивал здесь масло. Да-да-да, народ, никуда я не поехал. Зассал я, короче, куда-то ехать. Короче, приехал сюда. Здесь тоже ребята занимаются, изготавливают такие детали. У них есть токарные станки. Но они загнули за этот фитинг $300. Ну ладно, дело уже не в деньгах. Но он будет делать это 4 часа. То есть берет $70 в час. Вот такие вот дела. Хотя тут работаю, но на час максимум. Максимум на час работаю, если не отвлекаться. Это простая. Берется плашка, срезается здесь, нагоняется резьба. Нагнал резьбу, просверлил насквозь. Здесь потай сделал под резиновую прокладку. Буквально минута. Все. Он собрался с ним что-то делать 4 часа. Ладно, еду сейчас, буду искать других токарей. Я уже на такси скатал на 20 таких фитингов. С токарями проблема. Что имейте в виду. Так, народ, быстренько объясняю. Короче, поехал к нему, снял просто фаску здесь. Я привод пилил, как ни крути, ножовкой ровно не отпилишь. Сейчас она сфокусируется.
я снял фаску и попросил его вытащить медную шайбу. Ну, всякое, это уже не $300. Сейчас еще фум-ленточки. Да фокусируйся ты. Фум-ленты подмотаю и ставлю, пробую. Это последний шанс, все. Как говорится, жизнь заставит, и не так раскорячишься. Знаю, да, фильтр сейчас буду, ребят, снимать. Я его поменяю сейчас на новый. Короче, что я сделал? Здесь стояла заглушка. Я ее выкрутил. Поставил сюда шланг. То есть фитинг от шланга. Здесь по 30 бар одна. То есть шланг сейчас теперь будет уже вот так вот заходить. Он здесь мешать не будет. Здесь он кулер стоит. Там поехал, купил, короче, я не знаю, как вам показать. Короче, режу резьбу. Да, знаю, стружка сыпется туда. Пока нету времени, не хочу уже идти брать ключ. У мужиков здесь тейка. Сейчас пойду возьму у них ключ и куплю фильтр масляный. Сразу все промою, когда заглушку уже поставлю. То есть сейчас я хочу поставить заглушку, ребят. Я поехал, купил вот такой фитинг. И шляпка сверху накручивается. А я сейчас то место просто заглушу. И все. Ну что, короче, это долго объяснять. Такой штуцер выточить $300. Озвучили мне сегодня. 4 часа ждать. Длиннее просто, он будет чуть-чуть длиннее. Там резьбу я уже сорвал до конца, там уже резьбы нет. Поэтому сейчас большим диаметром купил фитинг и точу. Купил еще набор лерок и мечиков. Вот такая вот трубка. Вот это вот я ляпнул в прошлом видео. А что? Че это? Пыль. Ага. Аккумулятор лежит, даже и не трогал его. Так, надо маслицем смазать, да? И дальше я буду, короче... Вот так вот я одеваю ключ. Как я раскорячился. Вот так вот я одеваю ключ. Сюда упираюсь коленом. Тем самым прижимаю мечик. Вот так вот через верх. Сейчас покажу. Вот так вот через верх. И прижимаю его туда. Я же говорю, жизнь заставит, и не так раскорячишься. Сейчас в телегу надо пацанам скинуть. Ну что, народ, едем уже второй час. И останавливался каждые там 2, 6 миль, 10, 20 миль. Ну, короче, пока держится, слава богу. Не знаю, как он долго продержится. Заглушка эта. Там в основном, не знаю, просверлил, вроде засверлился. Ну как засверлился? Мечиком прогнал. Туда-сюда. Вроде затянул. Первый раз затянул. Засопливило. Второй раз затянул, ну, открутил, фум-ленты подмотал, засопливило. Третий раз еще больше фум-ленты намотал. Я боюсь просто много мотать. Затянул, вроде держит, еду. Так вот, из-за чего вообще это все произошло? Из-за моей спешки. Вот это, конечно, спешка, это мой главный враг в моей жизни. Постоянно это спешка, спешка, спешка. Когда шланг... Я откручивал, когда повредился шланг. Я допустил ошибку. Там получается как? Втулка. Ну как втулка. Само место, да? Вся эта конструкция. Туда вкручивается штуцер. А уже на штуцер прикручивается кайка от шланга. Мне надо было штуцер затянуть. Ой, не затянуть, а держать ключом. А вторым ключом откручивать гайку шланга. Я поторопился с бухты-барахты, понадеялся на свою русскую авось. Да я даже не думал, если честно, я даже не думал. А когда я начал откручивать, я просто не помню, могу повторяться, ребят, сори, если что. Я не помню видосы, я сейчас не пересматривал все файлы, я замученный, руки сгорели, шея сгорела, уши, все сгорело, лоб. Я еду замученный, я сегодня еще даже не обедал. Валю, короче, надо валить, мне валить до утра. Так вот, если бы я подержал его ключиком, открутил бы спокойно, по-человечески просто шланг, у меня бы сегодня не было бы этой проблемы. Я бы спокойно поехал бы, купил шланг, поменял и продолжил бы свой путь дальше. Но когда я выкрутил штуцер, я увидел, что на нем уже витки, два витка резьбы. То есть, до меня уже кто-то колхозил, потому что там не родное все уже. Это штуцер не родной, кто-то уже колхозил. Но, видать, он аккуратненько заколхозил, он успел. Он взял просто лерку мощнее, побольше прогнал, мечик,
загнал туда, это штуцер новый, и все. Потому что когда мне продали на дилерской штуцер вместе с шлангом, ну мне так кажется, хотя хрен его знает. Сам штуцер был красной краской покрашен, двигатель, а краска это родная. Я не знаю, короче, я не буду утверждать, что он там менял, уже не менял старый хозяин. Возможно, что не менял. Возможно, что просто это ASX такой штуцер. Ну, короче, штуцер, который мне продали, хотя они не на камень продавали, а просто попросил штуцера, мне принесли. Вот, он меньше диаметром. И, короче, когда я обнаружил, что два витка резьбы, я понял, что подкрадывается беда. Я и фум-ленту, и клей, и холодная сварка, и двухкомпонентный клей. Все это до лампочки. И в итоге вот я поехал в Home Depot, купил заглушки водяные, купил набор, поехал в Harbor Freight магазин. Это именно по инструментам магазин. Сотку баксов отдал почти за этот. 90 с чем-то, по-моему, он стоит набор. Лерки и мечики. Думал обратно вернуть, а потом думаю, да пускай уже будет, остается. В общем, как-то так закрутил, затянул с дури, я не знаю, но я не понимаю, как она бежит. Там очень мало резьбы до самого внутреннего корпуса, где масло все, где подается масло. Очень мало резьбы. Я не знаю, что они не могли длиннее как-то сделать. Ну, короче. Знаешь, они же не думали, что тут дядя будет выкручивать его. Я менял год назад на шланг, и, видать, я еще подтянул чуть-чуть, я не помню уже просто, и тем самым собрал резьбу. А позавчера начал откручивать, и я ее вытащил, потому что алюминий и металл. Ну, короче, пока едем, не знаю, сейчас буду тормозиться, еще проверять, как она там себя чувствует, и поедем дальше. А валить мне еще, ой, как много, еще 12 часов до деливери, то есть всю ночь надо валивать. Ну вот он и Техас, вот он и Хьюстон. Добрались мы, 1000 миль, полет нормальный вроде бы, не знаю, еще сегодня провалил, 8 часов даже не смотрел. Течет, не течет, главное запаха нет. Оно бы на коллектор, на выхлопную трубу бы капало, был бы запах, в кабину сразу бы пошел горелого масла. Вот здесь нам надо встать задом. Ладно, работаем. Жара 37 на улице. Жары. Сейчас надо снять тарпы. Я, ребят, прямо рядом с портом. Что, думаю, с грузом проблем не будет. Ладно, работаем. Так, ну что, приехали мы на загрузку. Груз еще нашли вчера мы. Андрей нашел, вернее. Опять Caterpillar. Опять наш любимый брокер, который нас частенько выручает. Чисто по котам. Коты выручают нас неоднократно уже. А вон там видно, все бандиты стоят. Ох, там какие красавчики. Сейчас пойдем посмотрим. А я тут, по-моему, был. Да, я тут был. Мы тут были. Вон там грузились генератором. Вон в том конце. Ладно, пошли. Вон сколько котов. Коты, 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 коты. Коты. Море котов. Слушай, тут щемануть одного, да? Даже не заметят. Даже не заметят. Ну, такие тракторные. Но я думаю, что где-то есть их классные. То, что нужно. То, что нужно. Ладно, ждем загрузку, я тут пока лазю. Я уже все стал, как этот Плюшкин. Ну что, хорошие шайбы, попробуй такие найди. Так у дороги пригодится, а у тебя нету. Так, ну за гайкой я туда не полезу, там еще гайка лежит хорошо. А вы так делаете? Это не мое. А на алюминиевое не проткнет колесо. Не переживайте, медное, то есть. Ну что, привезли наш генератор, все как обычно, ставим две цепи и уходим. Вот он, наш генератор. Все, две цепи и валим, мне надо быстренько лететь.
баллон резины и на Эвочку побежим. Так, ну что, приехал я еще на одну загрузочку, народ. Сейчас заберем рулон резины и на Эвочку побежим. Приеду я, короче, в направлении дома. В общем, вот этот генератор, я вам не сказал, он бежит у нас на самый мой любимый город, да-да-да. На Нью-Йорк, Лонг-Айленд. Самое пекло, короче. Вот, а этот по пути сейчас рулончик заберем. Блин, как у них тут все беспонтово, я вам скажу. Опа, я и на КПП там со второй попытки только заехал. Опа. Сори, то что камера трясется. Ой, как тут пахнет резиной паленой. Все. Сейчас кидаем цепи. И делаем уё отсюда. Сейчас еще чуть-чуть вперед протянем. Вот так вот, я думаю, будет в самый раз. Все, Петя, ты на солнышке греешься. А, у Маши еще проехать вперед. Давай, окей, no problem, братан. Понятно все, он подъехал, можно было камеру не выключать. Развернись, говорит. Вот так вот показал. Ну ладно, все, я понял, что мне дурак. Как так, чтобы резину не жечь? А вот так вот мы сделаем сейчас. Опа. Вот так вот можно тут встретить прикольчик вот такой вот. Бах. Все. Поехал на спидка колесико менять. Круто. Хорошо, что никого нету. Но жара, блин, я вам скажу. Ладно, все, хорошо, тараторить, время занимать. Вот она, наша колесико. Нормальный чувак, вообще не понимает по-английски. Я его тоже. А, нормально. Я не по-мексикански. Ну, по-английски у меня туго. 21 тысяча он весит. 20 900. Резинку я положил так, ребят, для красоты просто. Потому что у меня они прижимают брус мой. И чтобы их сейчас не прятать там в салон, под одеяло. Не привязывать их там, короче, я их сюда кинул. Брусом прижму, да и все. Ладно, работаем. Да ну нахер. Давным-давно спрашивал у меня: Саня, как камни возят? Вот так вот возят камни, они в сетке на палете, сетка обтянутая, металлическая. И все, и стрепы. И погнал. Где-то две стрепы, где-то одна. Вот так вот возят камни, скалу. Разные бывают размеры. Бывают большие, побольше, бывают поменьше. Бывают в корзинах возят, если длинный камень такой узкий, ну, широкий как бы сам объем, да, и тонкий просто. Их уже в кассетах специальных возят. Кассета квадратная, большая, я туда в нее складываю. И везут. А мы едем масло менять. Надо поменять масло в мостах. Хочу, еще не знаю, может получится еще сенсор. У меня на среднем мосту не работает температура моста. Нет, по-моему, задний работает. Нет, средний не работает, задний работает. Сегодня еду в Тиме. Тим-драйвера взял с собой. Да? Тим-драйвер. Надо кресло это твое уже выкинуть. А что, вырос, ты вот так вот было? Конечно, скоро потолок мне помнешь. Погнали работать, 8 утра, пятница. Все нормально, утечек нету. То, что там запотевшее вокруг шланга и вокруг фитинга, это я не вытирал. Еще когда собрал его, я не вытирал. И там все равно нагрелось, масло немножко распрыскалось. Ну, только я проехал
получается почти 2000 миль с момента поломки до дома. Я сейчас дома, сейчас еду, хочу поменять масло в мостах, еду в свой шап любимый, Саньки, парням, сейчас они поменяют масло в мостах. Еще хочу сенсор посмотреть. У меня на среднем мосту не работает сенсор температуры масла в мосту. И обратно на базу. Сегодня у нас пятница, стоим до понедельника. Этот груз, я напоминаю, у нас идет Лонг-Айленд, Нью-Йорк. И сейчас еще заберем понедельник, еще груз. Там, по-моему, под тарп он даже. И все. В общем, такие дела. Полетели ремонтироваться. Парни, тут что-то конкретно. Проводку вырвали с каскеди, трубопроводку. Ты куда? Ну полази, полази по лодке. Петруха стоит. Вот еще какой Петруха стоит. Жизнь его помотала, конечно. 315-я база у него. Такие фары у него стоят. Бампер уже на стрепе. Фары, конечно, вообще смерть. Что это у нас? 3406. И. Зато сухой весь. Но жизнь его помотала, конечно, капец. Только с пробочки капает отсюда масло и все. А нет. Спереди тоже что-то там слабовины. Как-то амортизаторы не поставили. Кикость-накость. Балку меняют пацаны. Уже в шкварнях разбито все. Сама балка разбита. Бампер, по-моему, у него подъемный был когда-то. Да, был подъемный. Был когда-то подъемный бампер. Амортизаторы потекшие. Рубинка одна стоит, но большая, хорошая. Вообще сухой, смотрите, да? Красавчик. Внешность, конечно, ему помотала. О, нифига себе, генератор такой интересный. Как от легковой машины. Маленький такой. Хороший котенок. Да, Петрович, конечно, уставший. Low air lift у него стоит, подвеска. У меня на Сахалине на таком стояла, на Петькино. Два бушинга вместе, болт насквозь, ну, два слимблока, гайка. Сжимаешь, они как сэндвич там разжимаются внутри. Но у меня быстро выбивало их. Первый признак начинает здесь уже появляться. Рыжа такая начинает уже бить его. Было дело, менял. Точили мы на токарном станке резиновые бушинги новые, что купить их не было возможности. А если была, то очень дорого. 379, Петрович. Машина на дальняк ходит. Месяц в дороге. Какой у него пробег, интересно. Так вот лежа ездит драйвер. Холодильник у него даже не закреплен. Молодец, бродяга. 1 981 000. Вот так вот, чтобы вы понимали. 1 981 000. Чуть не сломал-то что-то человеку. Такой Петрович. Десятка у него. Да? Не, если красная, значит 18. А может, не родная уже. Капец, все болтается. Как так можно себя не любить? Дотяни же ее, ё-моё. Да, так вот работают люди. Кронштейн такой, что убиться можно об него. 18-я, да.
13-я коробка, это серенький флажок стоит. Десятка, его вообще нет. Платформа самодельная. Еще побегает. За это можно violation получить, брызговиков нет. Да тут, я так думаю, за многое все можно получить. Не, ну, я все, конечно, видел. Но не перестаю удивляться. Так, все, масло поменяли мы в мостах. Я уже приехал к себе на ярду. Отвлекся, сейчас, секундочку. Все, еще сенсор поменял. Не знаю, видно, не видно. Вот он. Температура масла в мостах. Короче, к чему я веду? Я, конечно, все видел, но такого я еще не видел. Я подъехал, думаю, не пойму, что тут такое? Сказочный долбоеб. Они на тенейке продаются, 5 копеек стоят. Резинка такая, пробка, хлоп, затыкается и все. $4 или $2 там стоит. Вот так вот, крышка от бутылки, ключи от дома, и все, и ситуация решена. Так, сейчас лезем. Мама на работе, сынок со мной. Лезем менять энергоаккумулятор, то есть устанавливать. Так, народ, объясню немного, прежде чем начинать. Я не подготавливался. Короче, если побаиваетесь или никогда этого не делали, лучше не делайте. Голову оторвет на раз. В общем, что, нам для всего этого что понадобится? Я хочу, сейчас еще раз объясню, я хочу старый энергоаккумулятор установить обратно, так как здесь просто была повреждена крышка. Вот это первое. Сам энергоаккумулятор практически новый. Он толком и не ездил. Еще раз. Крышки нету, к сожалению. Ну да ладно, это не страшно. Что нам сейчас надо сделать? Нам надо еще штуцеры, пока вот эти перекручивать не буду. Я сейчас через них подам воздух, чтобы этот шток ушел вовнутрь. Потому что если этот шток здесь наверху, мы, соответственно, не соберем. Нам не даст крышка закрыться. Там очень высокое давление. Его даже не хватает моего веса, чтобы его сжать. Поэтому сейчас нам надо подать воздух и установить вот этот ключ. Можно это делать без воздуха. Можно просто зафиксировать. Там внутри есть отверстие. Ну, вообще, вот это отверстие, а там внутри есть специальный паз. То есть, в него надо хорошо попасть и повернуть по часовой стрелке. То есть, вот мы его сняли, вот мы его вставили. Теперь поворачиваем где-то на 15, подойди, пожалуйста. На 15 градусов поворачиваем ключ. Надеваем шайбу, только убедитесь, что вы зафиксировали, потянули. Все, надеваем шайбу, одеваем гайку. И начинаем крутить. Если у вас есть длинная головка на 24, вот такая хотя бы, вот такая нужна, тогда можете воздух сюда не подавать. Воздух надо подавать в эту, которая ближняя к этой камере. Это emergency line, это service line, то есть это тормоза, это ручник. То есть не на 24, на 19 головка, sorry, извиняюсь. Можете головкой на 19. Сейчас покажу, насколько головки хватит. Видите, он ушел, но он ушел не до конца. Нам надо, чтобы он ушел до конца. Иначе мы крышку поставим, но будет очень тяжело. Можно дальше вручную крутить ключом. Представляете, как это крутить? Ну, зачем, когда можно просто подать сюда воздух? Сейчас попробую вам показать. То есть нам может подойти обычный пистолет воздушный, который мы в кабине пользуемся, продуваем салон. Только, ребят, очень аккуратно это все надо делать. Видите, то есть я подался за него воздух, в камере есть воздух. Убрали. Все, у нас расторможено, видите, камера. Все, покидали его, проверили. Коля, отойди отсюда, пожалуйста. Дай бог. Все, он зажат у нас. Это все вставлено. То есть при установке уже на трак, либо на трейлер. Не надо будет выкручивать. Вы так же самое собираете все. Прикручиваете шланги, подаете воздух на трейлер, у вас ослабляется эта гайка, соответственно, да?
она ослабленная. После того, как вы подадите воздух сюда на emergency line, то есть подача воздуха, и все, откручиваете спокойно ключ, вытаскиваете его, и не забудьте его установить на место. Он установлен здесь сюда, на всех энергоаккумуляторах, он установлен здесь. И сразу затягивайте, чтобы его не потерять. Нужная штука иногда бывает. Раз и нужен, а его нет. Погнали дальше. Далее у нас идет уже пин, который одевается уже на саму трещотку. По-местному это слаг аджастер. Идем, отмеряем сначала на трейлере, либо на траке, где у вас стоят энергоаккумуляторы. Отмеряем, сколько нам надо. Обязательно должен стоять на ручнике, на паркинге трак. У нас 5,5. То есть я ставлю сразу гайку так, как мне надо. Ну, я чуть больше запасом сделаю, где-то 5,9. Все, ставим гайку, отрезаем ножовкой. И потом обратно-обратно вход прогоняем. Все это, резьбу прогнали вперед-назад. Устанавливаем саму вилку, которая уже идет на слаг аджастер. Ну и все, в принципе. Дальше, сейчас я вам объясню дальше, что делаю. Иду пилить. Дальше, народ. Теперь внимательно. Это уже новый, да, наш энергоаккумулятор, с которого нам надо снять крышку. Сейчас у нас пружина emergency line, да, педаль. Она сейчас разжата, то есть сейчас прицеп стоит на парковке у нас. Видите, красная, типа вышла. Теперь нам нужен такой ключ. Для чего сейчас? А, кстати. Еще очень внимательно обращайте вот на это внимание. Обязательно посмотрите, как у вас расположено на прицепе. Как у вас стояли фитинги относительно крышки. Потому что когда вы установите, вот платформа, вы установите его, а фитинги у вас могут быть расположены где-то здесь. Либо вообще снизу. И то есть вам уже нереально будет установить шланги, и придется опять все разбирать и эту крышку поворачивать. Чтобы ее провернуть, надо будет послабить вот эти вот хомут вот этот, да, и тогда у нас крышка уже крутится. То есть вам опять придется делать весь процесс, ставить сюда ключ. В общем, вот такие вот дела. Все делайте внимательно, аккуратно, здесь спешить нельзя. Теперь дальше, для чего нам нужен этот ключ. Здесь сейчас пружина в разжатом состоянии, да, потому что сейчас отсюда здесь разжатая пружина, а здесь сжатая. Нам надо шток зафиксировать. Не жалейте сил. Там особо пружина, вот эта первая не особо сильная, вот эта сильная. Здесь пружина не сильная. Все, зажали. Подготовим сразу все. Здесь-то ладно. Когда она все стоит на траке, там немножко сложнее это все. Бывает, что можешь не попасть сразу. Все подготовили, подаем воздух. Этот шток у нас сейчас уходить не должен, потому что мы его зафиксировали. Все, подаем воздух. Все. Так, дальше. Дальше теперь нам надо снять крышку. Все, здесь все зажато, разжато. Теперь нам надо снимать крышку. Две контрагайки. На гане, походу, батарейка села. Обычно вот такие вещи срывает на раз. Все, сняли хомуты. И все равно лучше, ребят, отойти и на расстоянии его разбивать. Потому что, ну, все равно, как бы, это железо может подвести. Все. Все, он у нас разобран. Но если вы сделаете что-то неправильно, бабахнет так, что мама дорогая. Все, этот энергоаккумулятор нам не нужен. Все, мы его убираем в долгий ящик. Нам нужен только вот этот. Здесь я, как говорил, такая плямба и под ней пружина. Ну, тут она уже такая не особо страшная. Максимум просто вам пальцы немножко покалечит. Если что-то сделаете неправильно, начинаем делать все то же самое.
только уже в обратном порядке. Зачищаем поверхность, чтобы смотрим, чтобы не было заусенцев никаких. Ставим диафрагму. Ставим, собственно, саму крышку. Так. Сразу центруем так, как нам надо. Все, главное, чтобы у вас ровненько легла диафрагма. Все проверяете. Сейчас подровняю это все. Чтобы все было четенько. Если вы неправильно поставите, она зашипит. И придется опять разбирать. Первые разы я разбирал по 5 раз его. На дню. Один раз был у меня emergency случай, да, что бахнуло у меня в руках. Приятного было мало. Ну, не в руках, а в тот момент, когда я был под траком. Ощущения вам скажу такие. Прибежали все мужики. Было очень неприятно. Все, в таком положении вы еще можете его там обскучать. Ну, по-моему, у меня... Меня все устраивает. Все, в этот момент затяжки. Все, проверяем, чтобы было все ровненько. Все, у нас в это окошко видно, что здесь есть диафрагма торчит. И здесь, как бы уже понятно. Еще что посоветую. Обязательно в этот момент, после того, как вы обтягиваете крышку, обязательно ее... Все, видите, штоп ушел. Я пружину пассатижи снял и шток, соответственно, ушел. Вот, отвлекся. Обязательно обстукивайте. Чтобы хомут сел ровненько. Все, четенько. Ну и контрагаем, соответственно, сразу. И контрагаем. Раньше этих контрагаев не было. Сейчас уже начали делать. Все, идем его устанавливать. Опять же, прогоняем сразу, как я говорил ранее, резьбу. Чтобы у нас не было проблем закрутить вилку. Резьбу прогнали. И закручен уже сам пин, который идет у нас для слакоджастера. Я уже сейчас его затягивать не буду. Я уже на место, когда установлю, собственно, саму трещотку, я уже законтрагаю все. И потом эту гайку обтягиваю, уже когда будет все на слакоджастере. Ну вот и все, в принципе. Ничего вроде бы сложного нет, но есть свой подвох, ребят. Я бы, конечно, вам продемонстрировал, как он взрывается, но я этого делать не буду. Если вам интересно, делайте сами. Вот и все. Идем сейчас устанавливать. Ну, тут уже, ребят, там уже под машиной шланги. Я думаю, уже я объяснять вам не буду, как это устанавливается. Там ничего хитрого нет. Главное не перепутать emergency line с сервис лайном. То есть красный с синим. Emergency это красный, синий это сервис, да, сервис лайн. Все, как бы тут уже по месту покажу еще раз. Это emergency, соответственно, вот этот выход идет на emergency, на красную линию. Этот идет на педаль, на сервис линию. То есть ручник, педаль. Соответственно, и под машиной смотрите. Если сомневаетесь, просто посмотрите, как у вас шланги шли, и сделайте так же самое по одному, по очереди. Потому что если вы перепутаете, у вас не будет работать корректно. Все. Работать не будет под слово совсем. Все, ладно, ребят, идем работать. Так, ну и обязательно все через фум-ленту. На все про все, ребят, у меня пошло, ну, где-то, ну, пусть час-полтора я на все это потратил. Но самое главное, сколько я сэкономил денег. Товарищ у меня на днях менял на RGN, на трейлере.
Арджин, это типа лоу-боя. Почти 400 с чем-то долларов он отдал. То есть 110 сам энергоаккумулятор, плюс работа. Причем это на тиейке. А если вам приедут в дороге его устанавливать, куда-то на Ристерию, либо там где-то, где вы поломались, да, в зависимости от расстояния. Плюс ко всему этому вы еще заплатите за дорогу, чтобы к вам приехал сервис и поменял этот энергоаккумулятор. И еще плюс, вы будете ждать часа полтора-два, а может и больше, чтобы вам приехали, его поменяли. Поэтому иногда надо уметь что-то делать самому. Вы просто тем самым облегчите себе жизнь. Понимаете? Все, он готов. Сейчас я его устанавливаю. Шланги прикручиваю. То есть сначала прикручиваю гайки, прикручиваю шланги. Подаю воздух на трейлер. Снимаю ключ. Устанавливаю ключ на место. Отрегулирую тормоза. Ну и все. И это все заняло у меня полтора часа и 110 долларов. Теперь имейте представление. Ну и также, что касается ремонта по поводу, который делал в South Carolina, ну уже немножко себе представление имеете, да? Я сейчас вам назвал сумму за энергоаккумулятор. Ну а по той системе вы уже немножко себе представление имеете, сколько это будет стоить. Это, ну я так прикинул, где-то в районе 5000 долларов это бы мне все обошлось, то есть они бы по-любому меняли плиту. Вряд ли бы я нашел такого механика, это только где-то в селе, в поселке, может быть, какого-то я нашел бы механика, который попробовал бы спасти мои деньги и мою ситуацию. Ну а в любых других случаях на вас хотят заработать. Вот такой вот он дальнобой. Если у вас большая котлета в кармане, можете, в принципе, покупать трак и работать, не отдавать людям. Но если у вас мало денег, учитесь ремонтировать сами, и все у вас будет хорошо. Я сейчас это делал все не в плане экономии, ребят, ни в коем случае. С меня экономист такой, что вообще никакой. Сначала родился я, экономика уже потом, когда-то там. Я экономить не умею абсолютно. Я никогда не экономлю и не экономил. Экономить, наверное, не буду. Вот. Кто мне писал, типа, купи себе Volvo и не будет проблем, будешь большую часть времени проводить с семьей. Друг, ты глубоко ошибаешься. Очень глубоко ошибаешься. Нет разницы. Volvo, Cascadia, Peterbilt, Kenworth, КамАЗ, БелАЗ, ЗИЛ, КРАЗ. Нет разницы. Эта техника, она имеет свойство ломаться. Нет ничего вечного. Понимаешь? Так что как-то так. Volvo неплохая машина, Volvo хорошая машина. Кто сказал, что она плохая? Просто она мне не нравится. Много у нее минусов, которые для меня очень страшны. Вот и все. Как говорится, нет плохой машины, есть плохой хозяин. Вот и все. Так что как-то так, ребят, все, на этом будем заканчивать. Я пошел, установлю его, и я поехал домой отдыхать. Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас пятница, но, да, кстати, супруга на работе, сыночек со мной, поэтому время с семьей у меня провести еще очень много, достаточно, еще суббота, воскресенье. Ну а в понедельник уже будем выезжать, уже в новой серии будет у нас новая серия, новые события, новые приключения, так сказать, да? Надо будет отвезти вот этот генератор, который у меня стоит на борту, и еще сейчас зацепить. В понедельник надо будет груз, и попрем уже дальше. Так что, как-то так. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на телегу, кто хочет. Мы там частенько общаемся. И все самые важные события, которые происходят у меня на дороге, они в первую очередь выходят сюда, на телегу. А уже на YouTube вы смотрите с опозданием на 2-3 недели. Все, всем пока, ребят.